А в самое ближайшее время ожидается резкое похолодание. Снегопад. Одевайтесь теплее, не то замерзнете. Укуси меня, пчела. Нюша, здорово! Не знаешь, где бы тут одежку прикупить зимнюю? Пошли! Вот, здесь все самое модное в этом сезоне! А чего же-то оно столько стоит, а? За модное, Копатыч! Платить надо! Абсолютно несовременный подход к решению проблемы. Чудо техники. Костюм с электроподогревом. Стоит копейки. Греет на миллион. А если это, батарейки сядут? Поменяйте. О, то, что нужно. Беру. Сдачу возьмите. Дайте еще две. Внимание, опля. Аккумулятор полетел. Ерунда. Надо просто заказать новый. Я догоню. Копатыч, а тебе что, совсем не холодно? Не-а. Представляете, аккумуляторы для этой штуки стоят как самолет. И летят так же быстро. Апчхи! Могу предложить такую вещь. Дешево и сердито. Главное, не замерзнешь. Оно, правда, не супермодно. И безо всяких там электронных штучек. Ничего. То, что нужно, коллега. То, что нужно. Лосяш, да меня вообще там не было! Она как жахнет! А кто ж телескопы на дороге-то расставляет? Лосяш, а ты чего такой спокойный? Если вы, мой друг, последуете по моему пути, вы тоже обретете спокойствие. А что за путь-то? Секреты йогов, да? Да ничего подобного. Просто я застраховал свой дом и научное оборудование от неуравновешенных кроликов. Если с ними что-то случится, страховая компания возместит мне убытки. И теперь спокойствие поселилось в моем сердце. Лосяш, страховка не вариант. Я вот ежика послушал и застраховал свой дом на случай метеоритного дождя. Очень предусмотрительный шаг. Застраховал, ждал, беспокоился. А дождя-то и не было. Только зря деньги потратил. Страховка, друг мой непросвещенный, это не инвестиция. Она не должна давать прибыль. Она должна давать спокойствие. Ёлки-иголки, дождь! Метеоритный! Вам не о чем беспокоиться, друг мой забывчивый. Ведь вы застраховали свой дом, помнится, как раз на случай метеоритного дождя. А, точно! Точно! Чувствуйте, как спокойствие наполняет вас от хвоста до кончиков ушей. Чувствую, учитель. Ёлки-иголки, у меня ж там шалаш во дворе остался, незастрахованный.
Шалаш – это не дом. Его восстановить не так сложно. Так что лучше вам вдохнуть поглубже, расслабиться и успокоиться. Мы живем в бурно меняющемся мире. Катастрофы подкарауливают на каждом шагу. Именно поэтому надо постараться обезопасить себя от возможных неприятностей в будущем. Банк – это тот же магазин, только продаются в нем не вещи, а финансовые продукты. И как же их покупать? Как и все остальное. С умом. Вот представь себе, что ежик купил новый кактус. Очень редкий кактус. Ой. Ой! Что это, ежик? Не знаю. Он сказал, это то, что мне нужно. Кто он? Да ботаник один. Плутона. А это что? Бумажка какая-то. Плутонянин дал. Ёжик, это не бумажка. Это договор между потребителем и поставщиком товара. Между кем и кем? В нашем случае между ёжиком и ботаником. Договор нужно внимательно изучать, прежде чем соглашаться. Казус обыкновенный? Ха, ёжик, так это даже не кактус. Причем читать нужно даже то, что написано мелким шрифтом. Кормить лягушками? Ой, нет, это мне не подходит. Вот-вот. Если с Плутона товар ты купил, жизнь на Земле не зря ты прожил. Но если ты вдруг передумал, и если договор это не воспрещает, ты имеешь право отказаться от товара или услуги. Простите, пожалуйста, могу ли я обменять этот казус на кактус? А если поставщик не желает отвечать, ты можешь обратиться в суд. А кто это не желает отвечать? Я просто задумался немножечко. Так что вы хотели? Кактус? Кактус? Пожалуйста. Ваше право. Ура! Ёжик, ты проверь там, все иголки на месте. Можете не сомневаться. Ага, так. Ну-ка посмотрим, что у нас тут. Просто следите за соблюдением своих прав и интересов. Никогда не купите казус в мешке. Самовар для Копатыча есть, а гантели для Савуньи есть, а Кэнны... 3 рубля за штучку! 5 рублей за штучку! Купите творога! Становись в ряд! Забирайте самый лучший ананас! Очень дешево для вас! 5 рублей за штучку! Купите творога! Становись в ряд! Забирайте подряд! Яблоки, яблоки, яблоки непростые, золотые. Ой. Подходим, не стесняемся. Ой. Нюша, ты чего тут? Пошли уже. Ой, барашек, подожди, давай купим. А? Между прочим, сладкое, как мед. Мы яблоки покупать не планировали. Подумаешь, не планировали, а если хочется? Двойная скидка. Только сегодня. А чего так дорого-то? Пошли, подешевле найдем. Но я их хочу. Это дорого. Одно не разорит. Мы не можем себе этого позволить. Но одно-то можем. У нас план, план покупок. Изменим. Ничего страшного. Копатыч. Чего? Копатыч, принимай самовар. Вот спасибо вам, ребятки. Ох, уважили. Угощайтесь, ребятки.
Вот, берите, не стесняйтесь. Копатыч, а ты почем обычно яблоки продаешь? Так и когда как. Нынче вон сколько уродилось. Кто же их задорого купит? Ну, может, кому-то деньги некуда девать. Во-во! Ну, бывай, Копатыч. Нам еще другие покупки разносить. Ну, счастливо, ребятки. Так я не поняла. Мы что, переплатили, что ли? Эх, лучше бы мы ананас купили. А теперь вот и денег совсем не осталось. Думать надо прежде, чем что-то покупаешь, а не после. Ой.